портовом городе К совершено загадочное преступление. Но за внешним спокойствием следователя Москвиной никогда не угадаешь, насколько серьезное расследование она ведет. А героиня Марии Мироновой, это новый персонаж, думает, что ее дочь Оля всего лишь загуляла после бурных выходных. И даже не догадывается, что пропавшая девушка может быть свидетелем или даже соучастником убийства. Я думала, что проходит там минут 20, она звонит, не подходит к телефону. Это неприятно, что... Со времени событий первого сезона преступления прошло 3 года. Продолжение сериала – прямой ответ кинематографистов на любовь и вопросы зрителей. А как же дальше складывается жизнь сдержанной проницательной Александры Москвиной и вспыльчивого, но талантливого Андрея Чистякова? Второй сезон не ремейк, а оригинальная история от российских сценаристов. И это какой-то совсем новый этап их, не знаю, там, таких странных, то ли партнерских, то ли братско-сестринских, то ли каких-то таких странных любовных отношений. Там всегда непонятно, и в этом тоже для меня кайф от этой линии, что мы все время не можем понять, что между ними происходит. На с тобой оператор. Блять. Ты можешь остаться вот в роли вот этого. У нас случилось страшное проблема. Я понял. Мне возникали вопросы. У тебя возникал вопрос, почему зачем ты сегодня нужен на съемочной площадке? Паш, тогда панорамочку сейчас сделаем, да? Да, побежали. Всем спасибо. Съемки, да? Съемки закончены. Всем спасибо, ребят. Поехали. Раз, два, три, поехали. Народ собирается. Да, можно петь. Агата, голос. Я тебя не снимаю. Ну давай, голос. Агата, ну голос. Ну крикни. А то я тебя сниму. Дорогие друзья, люди стали очень медленные, но это не значит, что надо так.
Дайте, покажите нам. Покажите. Стойте на так. Русский дух. Мне нравится. И покажи русский дух. Давайте покажем. Ой, копать-то нечего. И два, три, смока! Какой сейчас спектакль? Авантюристы, я имела по номеру. За 105-й. 105-й в Риге будет. Не получается? Ты меня хочешь смотреть? Хорошо. Чем он герой? Поэтому дальше играйте в смелости, и мы будем продолжать. И ну. И давай. Так. Мочи. Какое лицо! Виктор эмоции показал! Дети. Тимон герой? Ну, бери камеру, папа. Итак, теперь мы идем по очереди. Выбирай я, кто будет следующий. Обратный отсчет сделаем? Да. Он сейчас будет гореть? Все вместе. Они подошли. 4, 3, 2, 1. Солнечные лучи, как всегда. Он не изменяет себе, да? Каждое утро.
Тяжелый звук. Голос. Мало. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Собака, не сочкуй. 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20. Папа сделал завтрак. Поздравил с 8 марта. Девочкам вот в виде сердечки. Это так романтично, когда мужчина делает 8 марта завтрак. Но есть одна небольшая загвоздка. Кому-то потом все это убирать. Мия уберет, сказал. Да? Ты ей поверил, да? Я тоже. Мия, у тебя прямо за этот... Папа, видишь? Господи. Конюшня. Специально для моей официальной группы ВКонтакте 1180111. Девчонки, сегодня прощенное воскресенье, поэтому простите меня. Я по техническим причинам не смог отправить вам сообщение 8 марта. Ну вот я вновь на связи. Девочки, с 8 марта вас. Спасибо вам за все. Спасибо за подарки, спасибо за внимание. Я действительно счастлив, что вы у меня есть. Вы клевые, крутые. Я обожаю каждого участника, особенно администрацию. Вообще просто нижайший вам поклон. Я всегда чувствую, что я не один. Даже когда я где-то далеко, вы всегда меня найдете и знаете наперед, что я буду делать. Это, с одной стороны, странно, а с другой стороны, это очень круто. Я горд, что вы у меня есть. Девочки, мы без вас, мужики, вообще никуда. Мы вас ценим, любим, уважаем. Будьте с нами. Спасибо. Смотрите, сейчас я этот кусочек чеснока буду жевать. Смотрите, как я его буду жевать. Давай, жуй. Тебе нормально? Это вот нормально? О, нет. По-моему, бутерброд получился. Валентина! Ты чуть-чуть, по-моему, обордела. Все в порядке? Полнолуние. Мои пупсики гуляют. Привет, человек мистер. Человек мистер. Привет, человек мистер. Мистер, мистер. Па, да. Там дрова потухли, у тебя нет бумаги разжечь? Да, сейчас дам. Я просто не нашла. Есть, да, у тебя что-нибудь пригодное? Вот есть чеки. А, чеки? Ну, давай чеками. А еще что? Бумажка. А еще что? Надо какие-то чеки. Паш, нет посолиднее бумажки, а то эти плохо горят. Ну, на эти. Бабло? Ну, а что? Ну, в принципе, у тебя его дофига, да? Кидаю? Да, да, да. Да, ну ты же мажор, да? Настолько. Нормально? А чё нам, да? Кому-то это важно, что ли? На, эти. О, евро. Может, оставим, они же растут? Да не, жги. Жечь? Да, конечно. Вот так вот живут богатые поистине люди. А, просто фигня вопрос. Давай ещё сожжём. Походу, последний, ну ладно, жги. Засрать. Заработаешь ещё. Не отдавай никому, ну, сжигай нахрен. Конечно, все в костюме. Что за... Что это такое? Секунда тишины называется? К чему она ведет? Блин. Валентина,
объясни, что они делают с кукурузными палочками. Вот, молодец, нельзя, мой нельзя. Пылесось. Можно, можно. Можно, можно. Можно, можно. Можно, можно. Собирай, мама, давай. Говори, нельзя. Валя, нельзя. И что это такое? Вы с пола едите, Мия? С пола подобрала и ешь? Ну, как говорится, в каждой соринке часть витаминки, да? Ничего страшного, ешьте, ешьте. Так, все, скоро. Да. В нашу балку прибыло. Бум. Маря пришла делиться, а Маря пришла. У нас детский сад. Добро пожаловать. Вы сказали, ага. Да, не самый лучший колу детям. Не дает душе моей петь, Тимофей. Совсем не имеет. Акула! Спасайтесь! Акула! Спаси меня! Давай! Помогите! Я спасу вас! Хватай ногу! Хватай! Давай, Тимон, я знаю, ты справишься! Хватай! О! Хватай, Тимон! Ну вот, так и не удалось. Такой штукой. Ты оборзел, что ли, гад? Во-первых, я усовершенствую свои навыки. Это называется омлет-пицца от черепашек-ниндзя. Похоже же? Они похожи. Говорю, что похоже, гадюка. Что слишком? Похоже, на. Мия, присаживайся. Слишком желтая. Слишком желтая? Угу. Ты желтого не видел, наверное. Давай, говори, вкусный тебе или нет? Пробуй. Сначала дай пить. Пробуй, иначе сейчас отхватишь у меня. Блин, что за дети? Ну-ка, пробуйте. Ну что, супер вкусно? Нет? Это не можно вкусно. Вкусно? Супер? Папа шеф-повар? Мия, ты попробовала? Мия, ну пробуй скорее, ну что ты? У меня все помидоры. Миюш, пробуй скорее, сам лет, ну. Он по новому рецепту сделан. Попробуй. Понравится тебе или нет? Вкусно. Ну, раз вы мне рисуете подарок на 8 марта, и я вам что-нибудь нарисую, можно? Это веселое приключение, непредсказуемое, без правил. В чем плюс современности? В том, что можешь выбрать то, какой ты хочешь быть. И выбрать тот путь, который тебе интересен. Стойкость... Хорошо себя чувствовать без сна. Дала мне совет, делай, что хочешь. Самый правильный совет в моей жизни. Наверное, это неправильно, но я думаю о том, кому хуже сейчас. И меня это мотивирует и поддерживает. Тимоша, мы делаем вид, что мы не болеем. Вот, а мои дети не болеют, они святые, идеальные. Нет, болеют. Минус игрушка. Интуиция. Как всегда, интуиция. А тебе что помогает решить в ситуации правильное решение принять? Мика. Мика. Мия, ты помогаешь Тимофею? Тимош, как ты относишься к моей работе? Никак. Никак. А я как? А ты как, да? А что тебе нравится в маминой работе? Давай то, что мама по телевизору показывает. То, что мама по телевизору показывает. Не знаю, поздно ночью махнуть на Ибицу тусоваться. На это может быть, я думаю, блин, ну надо же все-таки с детьми. Спасибо. Пожалуйста. Мама должна быть счастливой. Вот мне так. Правду говорю.
Ну, я точно знаю, что Тимофей очень хочет в деревню. Он каждое лето ездит в деревню. У него есть двоюродная сестра Аманда. И меня эта традиция очень радует, потому что это та деревня, в которой я провела все свое детство. Ну, то есть они вот сейчас мечтают поехать в деревню. Это 100%. Да, Тимофей? Ага. Я правильно говорю или я что-то не то сказала? Ты хочешь в деревню? Хочу. Ну вот. А ты? Я. И ты? Ну, все. Я очень любила, знаете, не знаю, показывали, я же в Латвии росла, и у нас по телевизору показывали сериал, он назывался «Человек-молния». Вот он был моим героем, мне он так нравился, он мог быстро перемещаться из разных, вообще, я думала, вот классно, фью, ты в школе, фью, ты дома. Кто твой герой? Папа. А твой герой? Пика. Правильно. Хороший мужчина должен своей женщине обеспечить каждый день 8 марта. Это мама? Ты даже написал слово «мама»? Ага. Вау, Тимоша. Как красиво. Смотрите, это Тимофей маме нарисовал. Вот, Тимош, мамин портрет один в один, да? Ага. Спасибо, Тимулечка. И еще тут на каблуках. Вот, да. Обратите внимание, я на каблуках. Вот это новости. Снежище валит. Говорят, что в наше время при людях и пукнуть нельзя. Обязательно скажу, что опасался. Я, конечно, люблю Москву. Но 500 метров за 30 минут – это так себе.